Какова ситуация с вакцинацией людей пожилого возраста в нашем городе на сегодня, нам расскажет Анна Кабак, заведующая амбулаторией номер 4 Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи номер 9. Доброе утро. Доброе утро. А почему особого внимания в плане вакцинации в целом вот тема именно с пенсионерами? Всем известно, что люди пожилого возраста находятся в группе риска, так как у них есть наличие хронических заболеваний. И если взять данные статистики, то мы видим, что поступают в ковидные стационары в тяжелом состоянии это пациенты этой возрастной категории. И, к сожалению, смертность среди них очень высока. И боятся прививаться, я так понимаю, поэтому вопрос настолько актуален. Да, к сожалению, люди боятся прививаться. Я думаю, что это связано больше с доступной информацией, которую мы видим в интернете. Фейковой информации очень много. Также проходит активная агитация антипрививочников. Люди, к сожалению, верят в эту информацию. Но мы, как семейные врачи, пытаемся разговаривать, стараемся с нашими пациентами доносить до них правдоподобную, достоверную информацию и все-таки... Более доверчивая, да, категория населения, верят вот всему, да. Что а так много сейчас... Призывать, конечно, чтобы люди вакцинировались, потому что на данный этап это единственный выход побороть пандемию COVID-19. Расскажите, пожалуйста, какие вакцины на данный момент доступны в Днепре? В Украине зарегистрированы 3 вакцины на данный момент. Это CoronaVac, производитель Sinovac, Китай, Comirnaty, производитель Pfizer и CoviShield, AstraZeneca. И все они есть в нашем городе? Все они есть в наличии, да, в достаточном количестве. А есть ли какая-то рекомендация, какая из этих вакцин лучше переносится людьми пожилого возраста? Ну, опираясь на рекомендации ВОЗ, свой опыт и опыт других стран, можно с уверенностью сказать, что вот CoronaVac очень хорошо переносится людьми пожилого возраста. И все вопросы касательно вакцин каждый пациент может обсудить своим семейным врачом и подобрать вакцину, приемлемую для себя. Еще раз напомню нашим телезрителям, что выбирать вакцину мы можем сами по своему усмотрению, конечно. Но желательно проконсультироваться с врачом. Обязательно. Да? Да. Расскажите, пожалуйста, нужна ли какая-то подготовка пенсионерам особая перед вакцинацией? Подготовка не нужна. На момент вакцинации человек должен быть здоров, то есть должен отсутствовать проявление острых респираторно-вирусных инфекций. И единственное противопоказание к вакцинации – это наличие тяжелой аллергической реакции по типу анафилактического шока. Других противопоказаний нет. И что может беспокоить пациента после вакцинации? Чтобы назовите эти симптомы, чтобы человек не пугался их. Могут быть местные и общие реакции после вакцинации. К местным мы относим гиперемию, покраснение или болезненность в месте введения инъекции. И к общим повышение температуры тела или общее недомогание. Других тяжелых реакций... Они обычно длятся недолго, да, эти проявления? Недолго, 1-2 дня. И расскажите, вакцина, она дает гарантию на то, что человек не заболеет? Но я хочу сказать, что ни одна вакцина, зарегистрированная в мире, не дает 100% гарантии того, что человек не заболеет. Но дает 100% гарантию, что человек может перенести заболевание в более легкой форме. Поэтому и стремимся, да, мы к конечно, тому, чтобы сейчас как можно большее количество людей вакцинировалось. А есть ли какие-то данные, сколько уже привито пенсионеров по Днепру? Ну, если взять данные по нашему 9-му центру первичной медико-санитарной помощи, из 24 785 человек привито 10 174 человек, это составляет 6,5%. Учитывая то, что мы продолжаем вакцинацию, я искренне надеюсь, что эта цифра будет значительно выше. О ситуации. Расскажите сейчас в прививочных центрах, велики ли очереди, вот с вхождением в красную зону, увидели мы много фотографий с огромными очередями, люди ринулись вакцинироваться. Да. В городе Днепр находится 12 центров первичной медико-санитарной помощи. На базе каждого центра есть центры массовой иммунизации и пункты массовой иммунизации. Поэтому люди могут спокойно приходить и вакцинироваться. Это можно сделать по записи онлайн «Лекари 24/7». Также, у кого нет возможности записаться онлайн, они могут прийти без записи. Мы всех вакцинируем, никому не отказываем. У нас по 9-му центру находится центр массовой иммунизации по адресу улица Батумская, 13, и пункты по адресу проулок Фестивальный 1, проулок Фестивальный 14, улица Осенняя 13А, улица Лобачевского 17А и проулок Соломии Крушельницкой 20. Поэтому мы вас ждем, работаем каждый день с 8:30 до 17:00 и в выходные праздничные дни с 8:30 до 14:00.
Я знаю, что обязательно для вакцинации нужна декларация, заключенная с врачом, да? Не обязательно. Без декларации мы тоже можем привить, но в дальнейшем мы, конечно, рекомендуем, чтобы человек заключил декларацию, потому что бывают такие моменты, что нужно и больничный лист, и электронное направление на консультацию к специалисту. Поэтому, чтобы не было неприятных ситуаций, желательно ее заключить. У меня еще есть вам вопросы, которые я задам вам чуть позже, потому что сейчас к нашей беседе присоединяется Ирина Растанова, участница социального проекта «Университет третьего возраста». Доброе утро, Ирина. Доброе утро. С вами бы хотели поговорить, я надеюсь, как с человеком, который уже привился. Да, да, я привилась. Вы уже обе вакцины сделали? Да, я сделала обе вакцины, потому что, смотрите, получилось-то так, что как бы в моем ближнем окружении многие привились. Еще там, ну вот, наверное, так как в июне, вот. И когда в августе, ну, я их слушала, смотрела все, вот. И слушая, что будет как бы штамм меняться, я как бы решила, что я не буду прививаться, потому что за штаммом не успеешь. А потом, когда пообщалась, ну, приятели, грамотные люди, в общем, короче, и мне как бы, ну, плюс послушала приятелей и посмотрела еще через вот интернет, что, да, меняется там, но тот, кто привился, он как бы легче переносит, правильно? И вот это меня, ну, как бы убедило. Вот я посмотрела, потом как бы столкнулась с фактами, вот люди... И я привилась, вот в начале сентября уже вторую сделала, то есть я подумала, что надо подготовиться к осенне-зимнему периоду, вот это, так же, чтобы... Вот, в общем, короче, теперь я смотрю, что я сделала правильно, как бы не случайно, сильно об этом не задумывалась, но сделала все-таки. Да, я привилась... То есть, коронаваком, да? Вы вакцинировались, вы выбирали сами вакцину или консультировались со своим? Сама. Ну, во-первых, я сама, а вот мои приятели все привились коронаваком. И объяснили это тоже, тоже посмотрели, что вот Pfizer, какая там, не знаю, но у нее там же требования по транспортировке, по сохранности, также кто знает, как они выполняются. Ну, в общем... Вы выбрали для себя коронавак. Как прошел весь процесс? Расскажите, тяжело ли было попасть вот, в сам кабинет прививки? Нет, не тяжело, потому что я когда вот ознакомилась и посмотрела, что вот этот центр в Миноре, который... Он хорошо обустроен, и там практически нет очередей. И я когда, ну, пришла, значит, приятельница со мной пришла для поддержки, мало ли, травильно. Ну, тоже я не задумывалась, я как бы, знаете, вот по вере вашей, что ли. Да, я пришла и видела, когда многие привились и сидели там, да, вот они, там место выделено, чтобы люди посидели, какая будет реакция. Людей было много, реакция у всех была как бы нормальная, такого что-то особенного ничего не видела, и по себе сразу не почувствовала. Ну, потом вечером, на следующий день была такая какая-то, ну, слабость. И вот было самое такое вот ощущение во рту, как будто вот таблетку я съела. Интересное ощущение, мы еще о таком не слышали. А сейчас как ваше самочувствие? Сейчас нормально. Стараюсь, конечно, как бы, знаете, как бы там привился, не привился, а надо сохранить. Беречься, все равно поберечься нужно. И маски, да, и антисептики избегать. Холодного, там, правильно, холодного пить есть не надо. И вот лазить лишние моменты. Согласна с вами полностью. Ваш совет нашим телезрителям: прививаться или нет? Ну, каждый как бы решает сам для себя, да, как говорится. Вот если вы верите, что вам прививка не нужна, значит, мало ли там у вас какой организм, правильно. Вот, но я еще просто посмотрела, я почитала, что пишут, что, допустим, если у человека хороший иммунитет, и если он, вот подцепил вирус, да, и он у него не проявляется, но этот человек является носителем. Вот это тоже опасно от того, что вы здоровые и вы переносите кому-то. Ну, в общем, короче, я когда это все начиталась, проблема с вирусами неприятная. Ну, хорошо, что вы приняли решение защититься по максимуму. Все равно, вот, нет, дело в том, что я вообще-то советую привиться, потому что вот я сейчас, неделю назад, похоронила близкую приятельницу, очень приятную женщину, которая сама врач, бывшим 64 года,
тоже она вот не прививалась, да, и, короче, простудилась, и простуженная, ну, бегала там за лекарствами, внуками, вот, и потом, когда стало плохо, попала в больницу, и через 2 недели человек сгорел, да, она, конечно, последние дни говорила, что обращаться надо пораньше, если что. Да, с пожеланиями следить за своим здоровьем. Давайте будем с вами прощаться. Очень важно было ваше мнение у нас услышать в эфире. Мы будем продолжать обсуждение этой темы в студии. Ну вот, да, звучит вот это. Пообщалась с друзьями, почитала в интернете. Почему-то, к сожалению, не мы услышали, что проконсультироваться со своим врачом. Очень хотелось бы все-таки такого повышения самосознания, чтобы не сплетнями собирали, а все-таки со специалистами общались на такие важные темы. И один из мифов, я надеюсь, из мифов, который беспокоит очень многих при выборе вакцины, вот то, что озвучила наша тоже гости, это то, что вот Pfizer, неизвестно, как перевозится. Все мы слышим о том, что его нужно при определенной температуре сохранять. Вот расскажите, правила эти выдерживаются в наших условиях? Конечно. За этим очень пристально следят. Он поступает в замороженном виде, его размораживают. И в определенные термины, которые отведены, мы прививаем. Конечно. Можно безбоязненно выбирать эту вакцину? Безбоязненно. Скажите, пожалуйста, то, что еще мы с вами, когда перешли мы беседу нашу онлайн, хотела спросить. Вы сказали, что не обязательно нужна декларация. А что обязательно? Какой набор документов должен иметь человек, который хочет сделать вакцину? При себе нужно обязательно иметь паспорт и идентификационный код. И как быстро информация о прививке поступает в систему, чтобы человек мог предъявлять? Уже к вечеру данные подтягиваются вакцинации, в связи с тем, что сейчас очень большой наплыв людей, система перегружена, то это может занять 1-2 дня. Но документ о вакцинации уже может человек получить у своего семейного врача. То есть, насколько я понимаю, одна вакцина – это желтый, да, документ, как сказать, бланк, я не знаю, ну вот в ДИИ, во всяком случае, это желтая карточка, и если две вакцинации, то это зеленая. Да. Можно в ДИИ воспользоваться, это равноценно, законно, да, предъявлять сертификат? Законно, да, можно взять в распечатанном виде своего семейного врача, заверенной подписью генерального директора данного центра. И мы этот сертификат только предъявляем, мы его не оставляем нигде, не там, допустим, при посадке в поезде, мы его не сдаем с билетом. Нет, никуда вы не сдаете, вы предоставили и забрали его, да. Спасибо вам большое. Есть ли еще какие-то рекомендации нашим телезрителям в плане своего здоровья? Но, пользуясь моментом, хотелось бы обратиться к жителям Днепропетровска и убедительно попросить, чтобы приходили, прививались. Мы работаем каждый день и ждем вас. Поэтому приходите, пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких. Вы и забудьте о своем здоровье, конечно. Ну, должна тебе как на собственном примере показывать, что не боитесь, значит, если, знаете, как врач не боится, значит, уже можно это делать. Да, я тоже обращаюсь ко всем телезрителям. Обязательно нужно очень внимательно относиться к своему здоровью, здоровью окружающих, не рисковать своей жизнью и делать все для того, чтобы как можно дольше мы могли сохранять свое здоровье.